финале международного турнира по вольной борьбе весовой категории 79 килограммов встретятся мастер спорта России, бронзовый призер чемпионата России среди студентов, победитель международного турнира памяти Юрия Власко, победитель международного турнира на призы Булайсара Сайтиева. Дмитрий Зайнетдинов, Россия! Мастер спорта международного класса, чемпион Европы до 23 лет 2018-2019 годов, победитель первенства России 2017 года, серебряный призер чемпионата России 2016 года, Радик Вали! Дорогие друзья, мы вас просим активнее поддерживать спортсмена. Данную схватку судят руководитель ковра Артем Соколов, арбитр Амархул Гаден, боковой судья Эрнест Суранов. The final match for the golden medal in the weight class up to 79 kilograms among men, the team working on the mat B. The mat chairman, Sokolov Artem, the referee, Amarhul Gaden, the side judge, Ernest Suranov. Закинь ноги, вот.
На ковре в красном трико Зайнетдинов Дмитрий, мастер спорта России. Серебряный медалист первенства Сибирского федерального округа. Призер чемпионата Красноярского края. Тренируется под руководством Виталия Кудрявцева. The wrestler in red singlet represents Russia, Dmitry Zainyadinov. Among his best results, the gold medal of the Russian Championship among juniors and the silver medal at the Championship of Siberian Federal District among students. Борец в синем трико Радик Валиев. В команде России он представляет город Владикавказ. Радик Валиев, мастер спорта международного класса, победитель первенства Европы среди юниоров, обладатель серебряной медали международного турнира Гран-при Иван Ерыгин, тренер Кахабек Дзукаев. The wrestler in blue singlet, Radik Valiev. Among his best results are the first place, the golden medal of the European Championship among juniors, also the silver medal of the international tournament named after Ivan Ерыгин. His wrestler is coach Кахабек Дзукаев. Снизу,
На ковре осталось 1 минута 17 секунд. Соотношение баллов 1-2 в пользу многоопытного Радика Валиева. И вот вчерашний юниор наравне будет с таким мэтром ковра. Это, конечно, хорошая школа. Великая Красноярская школа вольной борьбы, основанная Дмитрием Георгиевичем Мендиашвили и, конечно, легендарным Иваном Ярыгиным. Руки снизу, подходи, минута осталась. 2 балла надо. Чемпионом турнира становится Радик Валиев, Россия, серебряный призер Дмитрий Зайнетдинов, Россия. Мы начинаем церемонию награждения весовой категории до 79 килограммов. Третье место. Представитель Республики Бурятия Александр Цактоев. Награждение проводит Красовский Александр Николаевич, генеральный директор группы компании «Трансуголь». Третье место. Представитель Российской Федерации Азрет Улимбашев. Второе место. Российская Федерация Дмитрий Зайнетдинов. Награждение проводит Илюхинов Матвей Германович, мастер спорта Советского Союза, серебряный призер чемпионата мира среди ветеранов. Золото 24-го международного турнира по вольной борьбе на призы главы Республики Бурятия «Байкал Опен 2019». Россия! Радик Валиев! Награждение проводит Турченюк Дмитрий Юрьевич, генеральный директор телекомпании АТВ, генеральный информационный партнер турнира. Мы награждаем тренера-чемпиона.
Цезарь Тибилов. Призерам и чемпиону турнира вручаются денежные призы от главы Республики Бурятия и специальные подарки от партнеров турнира. Друзья, ну и не забывайте, ваши громкие аплодисменты!